Ты в туалете сидишь? Да, она тебя передергивает. Угу. Сыграй что-нибудь. А у тебя Инстаграм есть? Есть. Напиши. Всем привет, дорогие друзья, я гитарист группы The Light 3. В этом видео я буду играть популярные песни в стиле фингерстайл и смотреть на реакцию людей в чат-рулетке. Также я решил сделать конкурс. Да ладно! Условия такие. Подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, написать любой комментарий и досмотреть это видео до конца. Комментарий, который наберет больше всего лайков, получит 1000 рублей или бесплатный урок по гитаре от меня. Шансы, причем, выиграть очень большие, так как это первое мое видео на YouTube. Давайте не будем затягивать, смотрим видео. Ты сказал, что у тебя охуенная гитара. А стоишь ли ты этой гитары? Можешь показать? Блять, ни разу в жизни мне мужчина не доставлял такого удовольствия. Давай еще. Астрономия, ну ёлы. Я очень хочу тебя скипнуть, потому что мне завидно. Потому что за 5 лет того, как я играл, я до такой степени не дошел. А как давно вы играете на гитаре? 20 лет. 20 лет. Нифига себе. Я вам похлопаю. Он вам похлопает, смотрите. Все? А сколько вам лет? 26. 26. 6 лет играете? А у вас есть девушка или жена? Нет. Почему? Вы же такой красивый. Из гитары, да, все деньги должны быть ваши. Да-да-да-да-да-да-да, играйте дальше. Это божественно. Сыграй в Хулио Иглесиас, пожалуйста. Блядь, чувак, ты красавчик. Долгих лет тебе жизни, творческого успеха. Молодец. Что? Ты красавчик. Долгих лет тебе жизни. Вот реально, серьезно. Ну, в плане того, что ты, у тебя талант. Сделай, стань музыкантом номер один, как Цой, не знаю, там. Блядь. У тебя реально талант. А там диджей там какой-то, электромузык. Ты реально, я тебе говорю, у тебя будут миллиарды поклонников. А ты знаешь эту песню, да, которую я сейчас играл? Ну, я так помню, что там девушка Энел, I never said a novel gentleman in the cell. Что-то так помню, или по названию, ну, не да, помню, я... помню так? Она по Radio Energy играла, DFM, помню, Life, вот такие всякие, но в основном по Energy. Всегда уже еще, помню, года 3 уже играет даже она. Или 4, вот песня. Она вообще простая, на самом деле, а звучит неплохо, кстати. Чувак, я, конечно, вот сейчас, ну, не Питер, не подумай, но если бы я был бы девкой, я тебе, наверное, месяц дался за это видео. Не, ну реально классно играешь, чувак. А реально, смотри, вот так вот не круче звучит, вот когда типа вот так вот. Еще лучше, еще лучше. Ну типа добавить вот это вот я хочу. Ну да, можно, будет намного лучше даже. Ты Металлику не играешь? Ну очень классно, реально еще лучше. Вот это? Да. Вон, там, чувак, тормози. А Нирвану сыграй что-нибудь? Нирвану. Нирвану. Все, я удивил, молодец. Битлз, пожалуйста, Битлз, чувак. Того, классно, да? Слушай, а ты не ютубер случайно? Ну, я вообще музыкант, да, на самом деле.
YouTube хочу сделать. Жалко, я бы на тебя подписался, смотрел, как ты играешь. Но, кстати, на самом деле я сейчас записываю ролик на YouTube как раз-таки. Вот планирую YouTube открыть, и вот сейчас идет запись как раз-таки чат-рулетка. Ладно, я не знаю, кто этот чувак, как он сказал, но я желаю ему всего хорошего. Так ты не против, да, если что, я тебя смонтирую и выложу? Да, пожалуйста, я как бы мы адекватно пообщались. Я желаю всего самого хорошего вот тебе, чтобы у тебя все было, и музыкальной карьеры. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки, не забывайте, отмечайте колокольчик, самое главное, все будет супер круто. У тебя ногти разного цвета, что ли? Все разного прям. Угу. Круто. У меня тоже ногти длинные. Это чтобы играть, да? Да. Много нот играть. Охренеть, охренеть. Да, охренеть. Тут просто звук. Вот. Просто звук качественный. У меня вот на правой, видишь, ногти есть, а на левой нет. Вот. На правой отращиваю, на левой нет. Почему? Ну просто. Бля. А как на эту женщину реагируют? Нормально. Представляешь, ты в баре там где-то там встречаешься с женщиной первый раз. Прикинь, вот она вот так вот ты вот так вот руки кладешь на вид. Что одной стороне у тебя рулит. На самом деле я гитарист. А я подумал, что маньяк. Привет. Привет. О, привет! Сыграть тебе? Сейчас сбился еще раз. Турист, пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Молодец, неплохо, отлично. Но... Заебись, четко. Камеру специально на сиськи наводишь, да, чтобы все смотрели? И как реагирует? На самом деле бурно. Да ладно! Блин, я только начал, а ты закончил. Ну что ж. Ну давай, давай, сыграй. А ты учился, что ли, битбокса? Ну, так, баловался немножко, так. Ну хорошо, ну попробуй, кстати, давай. Могу. Я подозреваю, все равно получается десинхрон, как бы. Ну есть, да, есть такое, да. Я не знаю. Ну все равно, кстати, хорошо. А что, вокального сопровождения не будет? Ну, пою я похуже, да, я играю получше, пою так себе. Блин, знакомая эта тема. Нет, ну могу попробовать. Ведь когда мы расстались, помню, в каких городах. Исчезая в темном тоннеле.
далее. Кстати, охуенно. Супер. Большое тебе спасибо. Как, кстати, вокала? Подожди, вокал же похуже, правильно? Или мне кажется? Ну, я бы сказал, знаешь, такой типа ламповый, ненавязчивый, под стать музыке, поэтому все нормально. Ты просто поешь по-своему, вот и все. Безумно можно быть первым. Привет. Привет. Такой симпатичный. Да, вы тоже нормальные. Спасибо. Комплимент какой. Сыграешь? Да. Можно без кузнечика? Пожалуйста, прекрати. Чего вам кузнечик не нравится? Сделай что-нибудь современное, нормально. Не лето был. Вот, юность, да? Нет. Не лето, да. Юность. Что, юность? Нет, неправильно, это был на самом деле не лето, а краш. Ну, юность песня. Нет, это песня не юность. Моя? Нет, это не юность, я знаю. А, все, краш. Я так хочу, чтобы ты мне всю жизнь играл. Господи, это лучший комплимент. Это файл? Да? Блин, Господи, почему так красиво играешь? Бетховен или кто там? Музыка чья-то. Бетховен, это сказала? Бетховен? Кто знает? Ну, это точно сумма. Она пыталась показаться умной. Да, мне получилось. Бетховен это вот, смотрите. А? Вот это вот Бетховен. А, да, вот это да. Ты такой симпатичный. Что ты говоришь, я не услышал? Ничего. Играй, играй. Хорошо играешь. Сейчас, короче, уеду к тебе там в Москву. Буду с тобой жить. Будешь моей еще одной соседкой. Да что ты, черт побери, такое несешь? Он не говорит, что он бабник, он говорит, что ты его будешь соседкой. Ну ладно, чё? Господи, я люблю таких. Если понравилось это видео, подпишись на канал, поставь лайк. Также подписывайся на мой инстаграм, тикток, ссылки в описании. Спасибо за внимание. До новых встреч.